И со 100 долларов несли сразу, друзья. Потрясающее время было. Да? Вот сейчас, конечно, уже на Игоре Саруханове так не выйдешь, надо Игоря крупить. Ну, а мне как-то по полу не подходит. Вот. Но тут мы как-то столкнулись с Игорем в одной программе. Сейчас все эти дня, Валерий, работаем с поющими семьями. Игорь, вот было время, когда я, знаете ли, фактически хорошо жил за счет ваших произведений. Вот это потрясающе. Я говорю, а можно я как-то вот в память о том хорошем времени сейчас на концерте спою вашу песню? Он говорит, спой, но только скажи, что это не я написал. Вот поэтому я вот передаю вам пожелание Игоря. Это песня Игоря Саруханова. Замечательная лиричная песня. Поплакала и хватит. Говорила милому, что больше всего.